Пока никто не сказал 17-му каналу «Тише, тише», мы продолжаем наш прямой эфир. Алексей Кутепов в студии и наша короткая программка с народным названием «Ликбез. Учимся вместе». Очень часто в средствах массовой информации проскакивают термины, на первый взгляд, не сразу понятные. Такие как нормандский, например, нормандский формат, в прошлый раз мы разбирали, или другой какой-то формат, учетная ставка НБУ, рефинансирование и так далее. Что это значит? Вот сегодня разберем такое понятие экономическое, как рефинансирование. Очень часто встречается в разных экономических сюжетах. Так вот, что же такая штука? Что же такая штука рефинансирования? Оказывается, будем рисовать и вместе разбираться. Значит, предположим, есть у банка определенный ресурс. Вот банк выдал часть кредитов, часть депозитов. Все у банка хорошо. Да? Но меняется экономическая ситуация, и кредитные средства банка все розданы, а отток депозитов пошел. То есть как бы не может банк выполнять свои обязательства. Ему надо где-то взять кредит. Кредит берет банк у другого банка, либо же у национального банка. Вот, словом говоря, вот эта штука и есть рефинансированием, когда срочно национальный банк, вот такой вот НБУ, либо другой какой-то банк, взамен выбывшему ресурсу дает деньги вот этому банку, чтобы банк X сохранил, чтобы вот этот банк X сохранил свою жизнеспособность и, пройдя трудный путь, вот эту вот часть недостающих денег взял у другого банка, либо у НБУ, и таким вот образом дождался, пока заемщики вернут кредиты, пополнят недостающий ресурс, и таким образом банк выйдет на нормальную жизнедеятельность. Но так часто термин рефинансирование не употреблялся бы в нашей стране, если бы не был он связан с коррупционными схемами. И именно из-за того, что мы очень часто можем услышать, как некие, ну, вообще журналисты говорят о том, что вот банк X, банк Y путем многочисленных рефинансирований, да, многочисленных попыток рефинансирования фактически повышают курс доллара или опускают гривну. Почему так происходит? И вообще откуда возникает вот эта вот коррупционная схема? А дело всегда в сговоре, который может иметь место. Итак, возникает у нас коррупционная, так сказать, схема рефинансирования. У банка X возникают проблемы. Он требует рефинансирования, то есть дополнительных вливаний, да, и договаривается с, например, Национальным банком Украины о том, что Национальный банк Украины дает банку X 1 миллиард долларов или гривен, давайте гривен, национальной валюты, 1 миллиард гривен. Но на самом деле у банка X нет никаких финансовых проблем, он просто выводит большую часть денег куда-нибудь в офшор, за границу, либо просто на другие компании. И по факту вот в этом банке денег нет, но они есть у владельца на других счетах. И таким образом собственник просит у НБУ помощи. Пожалуйста, дай мне денег в кредит, чтобы я покрыл кредит. Что происходит дальше? Дальше вот здесь сторона А, переговорщик, вот здесь сторона Б договаривается о том, что, например, этот кредит выдан под обязательства, ну там, например, под акции банка, да, гарантии банка X. Есть то, что НБУ становится фактически соучастником, как бы совладельцем банка. Ну, а каким образом вывести деньги в размере 1 миллиард гривен в
карман, и как их поделить между переговорщиком А и переговорщиком Б, это уже дело техники. Могут быть выбраны разные схемы. Например, опустить стоимость акций банка X и тем самым вернуть Национальному банку уже меньше денег, только 30% от 1 миллиарда. Да? От 1 этого миллиарда. Таким образом, в народе означает, что 30% реально возвращается в Национальный банк, а вот эти делятся пополам. В народе это называется откат. Вот представители финансирующего, рефинансирующего банка получают откат. Таким вот образом, деньги реальные банка X сохранены, они вернутся назад в систему банковскую для того, чтобы дальше продолжать гарантировать депозиты вкладчикам и так далее. Да? А вот эти вот, по сути, государственные деньги, 70% от 1 миллиарда, или же, ну да, 70% от этого миллиарда, фактически делятся пополам и больше никогда не возвращаются куда, а не возвращаются они в золотовалютный резерв. Потому что, как правило, Национальный банк берет деньги на рефинансирование именно из золотовалютного резерва. Денег в стране становится меньше, в государстве становится меньше. Их надо либо дополнительно напечатать, либо, если они не напечатаются, то в любом случае валюта, украинская гривна, будет ослабевать и таким образом расти курс. Вот откуда связь, что чем больше рефинансирований нечестных, вот таких вот нечестных, да, как здесь, тем слабее будет национальная валюта и тем будет выше, ну как бы это точно взаимосвязано, расти курс того же доллара. Вот такая штука рефинансирования. В следующих программах мы разберем другие термины, другие понятия. А сегодня в этой студии в 18:30 появится Жан Новосельцев и будет проведен очередной телемост. Тема телемоста звучит так. Обсуждаем результаты минских договоренностей. В киевской студии и в донецкой студии будут приглашены лидеры общественных мнений, и, возможно, им удастся скрепить хрупкий мир, который подписали в Минске. И, дай бог, они, эти все соглашения будут реализованы на деле. Телемост 18:30, Жан Новосельцев. А это была короткая программа с народным названием «Ликбез». С вами был Алексей Кутепов. До новых встреч. Как вы оцениваете результат? Тише. Что вы делаете? Вы что делаете? Тише.